О, если возьмем деда голого на сцену, будет прикольно. Сразу все будут голосовать. Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вы попали на канал Бурмаки Владислава Левожабороджа. И сегодня в этом видео я запишу реакцию на United Kingdom или же Великобританию. Хотя не, Соединенное Королевство. Потому что United Kingdom это не Great Britain. Там 4 острова, там 3 острова. Читанные острова. Ну, British Isles, британские острова. Кто его не знает, я не знаю, короче. From United Kingdom, James Newman. О, Newman. Песня у него называется My Last Breath. Брат. My last breath. У него 700 тысяч просмотров, но у него 11 тысяч лайков. Боже, в Украине 500 тысяч, 600 тысяч просмотров и 25 тысяч лайков. Ну, то есть, вы на уровень сразу, вы на уровень. Но это мы так, не, ну, тоже бы сравниваем, просто. United Kingdom. Вот это вот Newman. Горы. О, видно, руки греют. Руки, бачу, что-то дует, дует. Руки греют, холодно. Ебоже, какой дед. If you control the life force, the force of life is with you. And there is nothing that can stop you. Это было. У нас такая в Украине есть реклама. Это всемирная реклама. Стиль пошел. Такой стильная музыка. Такая Ширан, вот это вот вся тема. Короче, у нас в Украине есть реклама, где дед старый, такие накачанный, пье воду. Вот это те самые. Такие высокие планы с этого квадрокоптера снято. Босс. Ферма якась, якийсь дед. Ему не холодно. Что это такое? Хотя в них там такие зимы, знаете, снег лежит, а воно якось не тане, той снег. А, боже. То это песня про здоровье. Ну, яка позитивная песня. Собачка сзади, знаете, преданность, предана собака. Ой, мне такие, мне нравится, так вот эта вот песня, она хотя бы такая, как в прошлом году, стандартная, вот стандартщина такая, что хайбух мылая. Ну, это позитивнее, мне это больше нравится. Зима. Путешествует по лесу. Клип немного напоминает, знаете, был в 2017 году австриец. Не, я не помню, как ее звали. У него был клип тоже зимний, такие, вот напоминаю. Боже, дед на шпагате. Де вони того діда відкопали? Хоча він ще живий, як вони могли відкопати? Там. Просто, ребята, понимаете, это на сцене будет очень стандартно. Посмотрите, в Великобританию прошлый год, это самый будет на сцене. Может, там бэк-вокалистом не будет на сцене, а так, ну, будет с гитаркой может стоять. А может, деда возьме на сцену с собой голого? О, если возьме деда голого на сцену, будет прикольно. Сразу все будут голосовать в старушке. Як кажуть домохозяйки, конкурс для домохозяйок. Вам зараз скажу, для кого конкурс. Зараз я вам все скажу. Да слушаю. Боже, цей дед ще й пригає, хай бог миле. Джекі Чан. Джекі Чан. Де вони його знайшли? Реально десь відкопали. Ця пісня приятніше, ніж в прошлом году. Така, ось собачка. Це якась друга собачка, вже та здохла, наверно. Ну клип настолько бюджетный, что хай бог милый, так я могу снять. Ну короче. О, опять говорит что-то. Ну короче, скажи every moment, и там я ничего не понял больше. Скажи every moment, короче, каждый момент мы должны помнить, и каждый момент, о, леди, а, там такая красивая. Что я вам сказать? Посмотрите Великобританию прошлый год, я вам сказал еще раз. Ну и вы поймете, что как бы, ну все. Все. Ну вы поймете, что ну нема смысла там прям что-то обсуждать прям так сильно. Будет то же самое, выйдет. Если с дедом выйдет, будет повыше немножко, я думаю. Дед всех впечатлит. Если выйдет без деда с гитаркой и собак нельзя, кстати, нельзя. Ну, животных нельзя на сцене Евровидения. Дед же сцены животные, хотя кто я там знаю. Может там угла какая-то. А насчет того, кто смотрит Евровидение, я заикнулся с... И мне в комментариях один там чувачок написал, что Евровидение это конкурс для домохозяек, для там, сексуально озабоченных. Хай бог милый, я откуда такую информацию выберете? Евровидение это конкурс для домохозяек, хай бог милый. А где я, где такая статистика? Что, когда люди голосуют, там, например, да, я сижу, голосую, смотрю Евровидение, понравилось мне там, например, Бельгия, хай бог милый. Выступаю там под седьмым номером, например. Вот я хочу проголосовать за нее. Вот я домохозяйка, сижу, пишу 7 на номер там 772935. Номер 7, крапочка, домохозяйка, крапочка 27 лет мне.
От що так голосують люди, і статистика составляється. Откуда ви, бляха-муха, берете отут вот статистику, що доки домохазяйки смотрять цей конкурс, і сексуально озабочений. Хай Бог милує. Да от той, хто написав цей коментар, сексуально озабочений. Якщо ти тобі надоело жити цей планеті, ну на цій планеті, то ну, зайди з нею, пожалуйста, луна свободна ще для тебе, там Марс он скоро вже освободиться. Ну то есть, ну, ребята, якщо вам щось не нравиться, якщо ви хочете висрати своє мнение в коментарях, ну висирайте десь там, хто вас не пойме, там в американських коментарях, там, ну, только не у мене, підійдіть в сраку, пожалуйста, не насилуйте мені мозг. І що я вам хочу сказати по поводу этой заявочки, потому что я отошел немножко от темы. Очень стандартно, не знаю, как это будет на сцене, в большинстве все-таки знаю, это будет просто он выйдет, будет петь, может гитарку возьмем в руки, если не возьмет, таки буде. Деда, если позве, буде хорошо, если не позве, буде 20 какое-то место. Ну, то есть, ну, все как в прошлом году повторится история. Мои куколки, всем спасибо за просмотр, чао-чао, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам эта заявочка. Ну и жду вас на своем канале еще, смотрите, там и Литвения есть реакция, и Латвия, ну короче, куколки мои.